Всем привет, мои дорогие зрители! В этом видео рисуем животных по клеточкам. Вот такого вот медведя. Начинаем сверху. Рисуем одну клеточку. Одну пропускаем. Считаем 6. Вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова одну пропускаем и снова одну рисуем. Теперь нам нужно поставить сверху здесь одну клеточку и здесь соединить. И снизу точно так же. Одну здесь и соединяем здесь. Теперь рисуем 3 клеточки слева и 3 клеточки справа. Можно считать от самых крайних. Вниз одну пропускаем, рисуем 3. И справа одну вниз пропускаем, 3 рисуем. Теперь рисуем по 5. Смещаемся здесь на один ряд влево, считаем 5. 1, 2, 3, 4, 5. И справа смещаемся и считаем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и по 4 осталось нарисовать слева и справа. Снова смещаемся, считаем 4. И справа 1, 2, 3, 4. Теперь нам нужно нарисовать глаза, рот и нос медведя. Начнем с глаз. Вот здесь вот один ряд пропускаем, считаем со второго. 2 пропускаем вправо, одну рисуем. Снова 2 пропускаем и еще одну рисуем. На следующем этапе рисуем квадраты из 4 клеточек. Один ряд пропускаем вниз и на следующем рисуем квадрат. Теперь снова один ряд пропускаем, на следующем рисуем 2 клеточки, только не посередине носа, а немножко сместившись вправо на одну клеточку. Контуры нарисованы, теперь просто бежевым фломастером разукрашиваем весь рисунок.